Если у вас плохо закрывается дверца холодильника, нужно почистить уплотнительную резинку. Мусор может быть, смотрите, что здесь творится. Начинаем с угла, тянем на себя, и очень легко снимается резинка. Наливаем теплой воды в тазик. Нам понадобится немного моющего средства для посуды и столовая ложка пищевой соды. Высыпаем, хорошенько размешиваем. Берем зубную щетку, она хорошо справляется с порами и там, где труднодоступные места. И начинаем чистить. После этого нужно прополоскать под проточной водой, ну и, конечно же, подсушить эту резинку. Посмотрите, у нее в углах есть отверстие. Вот нужно, чтобы вся водичка, переверните, слилась. Это важно. Дальше моем дверцу холодильника мочалочкой с моющим средством. Ну и прилегание к холодильнику то же самое моем. Начинаем с угла, вставляем и придавливаем. Потом проводим несколько раз пальцем. Все, наша резинка на месте. Посмотрите, какая она чистая и красивая.